Всем привет! Привет, привет! Вы на канале? Все интересно. И сегодня мы с вами посетим необычное место. Очень интересное место – это заброшки Москвы. Ну, не заброшки, а в общем, квартиры, в которых не живут в Москве. Мы называем их заброшки, в них никто не живет. Сами тут впервые, ну и вам покажем. Пойдемте. Пойдемте. Так, ребята, мы находимся в первой квартире. Как вы видели отсюда мы. Вот. Тут даже дверей нету. Но ремонт был. Вон она, люстра есть. Обшитый балкон. Комнатки, кстати, небольшие. Пойдемте смотреть. Тут туалет с ванной. Вот она маленькая. И кухня. Но тут ничего нету. Все забрали хозяева. Ух ты. Машинка. Ребенок играл. Ну а мы идем в следующую квартиру. Миша ходит. Так, никого дома нет. Куда? Вот сюда пойдем, да? Вот сюда сходим. К соседям заглянем. А вот тут, смотри, кухонка, да? Да, кухня была. Комната. Вот такой вот диванчик помещался в комнате. Ну и шкафчик, наверное, какой-нибудь. Да? Что еще у нас тут? Это комната пустая. Мы на ней зацикливаться не будем. Идем дальше. Хозяева. Хозяев нету. Тут сразу идет кухня. Будет у туалет с ванной. Тут вот комната. Ну, шкафы уже валяются. Мы их поднимать не будем. Нам это не надо. Нам просто интересно. Посмотрите с этой стороны, как красиво придумали бывшие хозяева и оформили. И на всю стену фотообои. Стекла уже бьют. Да, стекла уже бьют. Но мы ведь не будем. Мы просто показываем, в каких квартирах раньше жили. Вот она кухня. Вот такая вот кухонка. Тоже небольшая. Квартирки в этом доме вообще маленькие. Другим пойдем? Пойдем. Сюда заглянем. А тут вот прихожка. Туалет, ванна. Дальше мы проходим коридорчик. Это, нет, двушка тоже. Вот, тут мебель осталась тоже. Тут мебель есть, да. Советская, да, вроде бы это? Ну, да. Старая. Советская. Ну, советская, не советская, но старая. Вон, смотри, старая, какой графинчик, конечно, подсоканный. Вон он лежит. Вот тут, вот, смотрите, полочки обыграли, чтобы место было. Прикольненько. И вот еще комнатка. Тут вот комната. И колодовочка у них была еще. Видите? Кладовочка. Вот так вот. Ну, вот тут, а вот еще квартирки. Тут вот люди делали ремонт. Мы заходить даже не будем, да? Там интересно. Там. Пойдем прямо. Ой, это что, роутер что ли был? Да, роутер. Слышь? МТСный роутер. Ну, либо роутер, либо этот. Вот он, роутер. Ну,
О, подгузники. А, нет, трусишки. Труси, да? Да. Вот. Целая упаковка. Дверь, конечно, открывали такими способами интересными. Ну да. Курточки. Ну, Миш. Ой, тут много-много дисков. Вообще много-много. Мишка, ну-ка, подержи фонарик. Много-много дисков. Чехольчик от чего-то. Ой. Вон телевизор интересный такой, да? Шляпа. А, шляпка. Красная. Да, кому надо. Шляпа. А меня сразу ностальгия. Кто помнит такие сервизы у бабушек? Да? Целость, сохранность и сервиз он. Старый. Старый сервиз. Так. Книжки у нас еще. Чайник. Вот с этой стороны он. Старый, кто сервант. Любит? Да, сервантик. Кто любит старую посуду? Вон они, знаете, набор блюдечек. Вот, вазочки такие маленькие. Ребята. Смотри. Колонки. Да? Да. Ух ты. Смотрите. Какая штучка. Звоночка. Бутылочка. Тут еще комнатка. Еще одна небольшая маленькая комнатка. Тоже телевизор. Шкаф. Вот он. Книжки. Ну, как-то вот так вот. Пойдемте дальше. Как-то вот так. А? На кухню что найди. А, кухня. Может, что покушать осталось? Ну да. Формочки. Кстати, такое ощущение, что их и не использовали вон, формочки. О, столовые эти, ложки-поварёшки, сковородочки, кастрюльки. Тут вообще все на месте. Даже губка для посуды оставлена. Смотри, доска вон стоит. Да. Такое впечатление, что просто ушли. Вон макарошки. Макарошки есть. Мисочки всякие. Вот на кухне такое ощущение, что вообще толком ничего и не брали. Так, я говорю, отсюда просто, наверное, ушли. Ага, ну пошли. Дальше смотреть. А, антресольки, да, он наверху есть, ребята. Сырочки. Вон они, антресольки. Так, идем дальше. К соседям сходим. Пойдем к соседям. Каким? Так, любым. Так, заходи, ну, прямо. О, я отсюда вот. Вот тут вот ремонт, вообще плитка лежит, да? Ламинат. Ну, хозяева все забрали, все им нужно самим. Тут ремонт такой, выключатель целый. Вон люстра какая. Люстра, да, более-менее новая. Ага. О, туалет, можно посидеть. Да. Кожу побить. Столик очистить. Это столик. Пойдем. Вон унитаз вырвали. Зачем-то. Кухонка, парк такой прикольно сделан. Вон
Под розетку сколько, смотрите, надо. Ну, да. Ремонт такой приличный. Ремонт, да. Тут ламинат. Ламинат, да. Люзы красивые. Тоже. Ну, то, что осталось тут. То, что осталось. Пойдем дальше к соседям, теперь заглянем. Может, там что интересное оставлено. И люди меняли себе. Да, люди меняли, видно. Тут, видно, ремонт делали. А, ну, тапка остался. Ребята, тапка ставили. Дай фонарик, кто не видит. А, видите, тапка ставили. А другой вот тут на выходе сразу. Заходим сюда. Тоже туалет, ванна. Тут, видно, ванну меняли недавно. Стол. Ну, как-то вот так вот, ребятки. Вон даже куски обоев остались. Смотри. Какие. Ай. Это наподобие как клеенка. Не клеенка или самоклейка. Что это? Кстати. Что это? Клеенка, скажи. По-моему, клеенка. Это такая поздненькая. Вот это вот обойка, это да. Это обои, это что-то типа клеенки. Ага. А кастрюльки. Да, кстати. Поварёшки. Поварёшки, кастрюльки. О, это не кастрюлька. Это пароварка. О. Кстати, в целости. Сохраня. Кстати, в целости. Поварка. Ну, может, прохудилась, не знаю. Светильники повынимали тут. Тут-то да, тут светильники повынимали. Ну, тоже ремонт был хороший. Ну, да.